Дорогие друзья, всем привет! Сегодня очередная выдача нового автомобиля Лада Гранта. Я еду сейчас в город Сызрань на ЖД вокзал встречать своего клиента. Сызрань, именно ЖД вокзал от города Тольятти, находится 100 километров. Через полтора часа уже приедет поезд, ну и в принципе я успеваю, все хорошо, слава богу. Еду я, проехал Жигулевск, город Жигулевск, останавливает меня сотрудник ДПС. Я еду на своем автомобиле Lada Vesta SV Cross. Кто не знает, у меня автомобиль SV Cross объемом, двигатель объемом 1.8. Вот, остановил сотрудник, говорит, 1.8 у вас машина? Я говорю, да, может знает. Он говорит, у меня тоже 1.8. Так вот, он говорит, у меня автомобиль Lada Vesta с двигателем 1.8 пробежал 97 тысяч на сегодняшний день. И он говорит, я вот за все вот эти 97 тысяч долил 1,5 литра масла. Вот, это я все к чему? К тому, что, ну, просто пока еду, рассказать вам такую историю хотел именно, что вот есть все-таки попадается, может быть, двигатели, которые... кстати, да, он говорит, ну, именно... По вязкости он заливает 10W40. Он говорит, вот именно вот эту вязкость, он говорит, вот я за именно расстояние 97 тысяч километров, ну, как бы понятно, что есть по регламенту, сколько литраж должен доливаться, вот именно перелил именно 1,5 литра. Вот, это вот сотрудник ДПС города Жигулевска рассказал мне, собственно, вот только 2 минуты назад. Вот, такие дела. Так что направляемся мы сейчас на город Сызрань. Встречаем нашего дорогого клиента. И едем к нам в Тольятти на осмотр нового автомобиля Lada Granta. Вот так, друзья. По комплектации расскажу вам стоимость этого автомобиля, расскажу. Поздравления. Все как обычно, друзья. Погнали в Сызрань. Итак, друзья, приехали мы к нам в автосалон, уже сделали осмотр этого автомобиля, пробили прибором автомобиля, все замечательно. По комплектации двигатель 1.6, 90 лошадиных сил, 8-клапанный. Значит, ручки окрашены цвет кузова, наружные зеркала тоже окрашены цвет кузова, идут с повторителем, штампованные диски черного цвета 14 размера. Шина Кама Грант идет завода 175-65R14. В общем, автомобиль Lada Granta, комплектация комфорт. Что входит в комплектацию комфорт? Штатная музыка, не мультимедиа, обычная штатная музыка. Две передние подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. Дорогие друзья, этот автомобиль отдается за прекрасную цену. Вот он 2022 года, в цвете металлик. Стоимость такого автомобиля составляет 698 тысяч. 698 тысяч, дорогие друзья, ну, вы посмотрите, найдите гранты где-нибудь у себя в регионе по такой цене. Честно, не найдете. Вот, пожалуйста, сейчас уже наш клиент оформляется. Ну, сейчас выйдет, мы еще раз сверим ВИН-код, ну, и, в принципе, поедет уже обратно к себе в Краснодар, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, хотим поздравить нашего дорогого клиента, который приехал к нам из Краснодарского края, да, за этим прекрасным автомобилем Lada Granta в кузове седан. Стоимость этого автомобиля составила 697 тысяч. Еще раз искренне поздравляем, дорогие друзья. Приезжайте, жду от вас заказа. До новых встреч. Контакты будут все в описании, вайбер, ватсап, инстаграм. Жду от вас заявок. До новых встреч. Пока.